Ну, я ведь... Так, ну чё, всем приветики. Приветики, собираемся быстро-быстро, ребят. Все залетаем скорее, залетаем в эфир. Отсылайте скорее эфир друзьям, пусть тоже присоединяются к нам. Сейчас будет очень крутой эфир. Как всегда, у меня будет интерактив с вами, и мы будем делать очень крутые задания. Я буду выходить сегодня в прямой эфир с вами, ребят. Мы будем выполнять некоторые задания прикольные, которые я сам не знаю. Кстати, короче, сегодня будет очень необычный эфир, потому что задания, которые будут сегодня, я их не знаю. Есть вот этот вот молодой человек, его зовут Гоша, кто не знает. Вот, и мы будем с вами выполнять, короче, задания, которые придумал он, которые я даже не знаю. Так что буквально две секундочки еще и начинаем. Так, всем привет, Тули. Как настроение, ребят? Напишите ко мне. Так. Сейчас буду искать одного из подписчиков, кто хочет в эфир. Напишите в комментариях, кто желает зайти в эфир. Давай сейчас присоединяем кого-то. Так, присоединяйтесь, ребят. Кидайте эфир своим друзьям, пусть тоже присоединяются. У нас будет больше человек, будет у нас очень смешной и крутой эфир. Так, ну, первому человеку я сейчас кинул, но он почему-то не принимает, поэтому сейчас... Сначала связь, города все поли, чтобы... Так, давайте так, какие города вообще на связи? Напишите, из какого вы города, ребят. Вот каждый сейчас напишите, кто, у кого хорошая связь, кто вот... Кто готов? Ребят, сегодня задания будут жесткие, будет немного трэша, придется вам выполнять вместе со мной очень такие жесткие задания, поэтому если вы готовы, если вы не боитесь, то пишите. Да. О, здорово. Привет. Как тебя зовут? Константин. Константин, меня зовут Давид, в курсе, да? Да, знаю. Что делаешь? Ничего, отдыхаю, смотрю вот, фильм. Дома сидишь? Да, отдыхаю вот, с девчонкой, смотрим фильм. Как девочку зовут? Иванка. Иванка, покажешь? Конечно, вот здесь. Привет, ты на меня тоже подписана? Да. Все, супер. Че, готов играть? Ну, давай попробуем. Смотри, что у нас будет? У нас будут с тобой небольшие конкурсы. Прикол в том, что я сам задание не знаю. Вот этот вот человек. Да, я сейчас объясню, придумал, как будет играть. Придумал коварные конкурсы. Так, давай, залетай в кадр и говори. Смотрите, суть такая. Ты называешь любую цифру от 1 до 20. Я читаю под этим номером, какое задание я придумал. И если вы... Он тоже должен его выполнять. Если вы оба его выполняете, тебе прилетает косарь. Если ты не выполняешь, он выполняет, тебе не прилетает ничего. А если он отказывается выполнять, а ты выполняешь, тебе два косаря. Думаю, справедливо? 13. 13 косарей или ты уже начал играть? У меня просто такой вопрос. Число 13. Число 13. Смотрим? Да. Итак, число 13. Я, кстати, не смотрю, да, я не знаю. Давай. Что там? Пиздец? Ой. Что там? Итак, вы должны чуть-чуть, немного, но побрить ногу. Говорит, да, неси бритую. Так, неси бритву. Бритву неси сейчас. Будем ногу мою мохнатую брить. А дальше выполняю задание косарь, 3, да? Я косарь не потеряю. Я тоже сейчас, ребята, сейчас будем вот эту ногу брить. Крем для бритья неси. Я надеюсь, Оля не смотрит этот эфир. Не, это после. Давай до. Это надо прям бритвой. Слушай, это под ноль брит. Под ноль брит. Ребят, вот этой штукой, если побрею, засчитывается же? Я думаю, нужно бритвой, братан. Бритвой? Ну давай, тащи бритву.
Сейчас будем ногу хера. Ну, да еще, Маш. А, включи, где я должен включить? Сейчас вот эта мохнатка сейчас уйдет. Поехали. Так, ты уже бреешь? Я уже начинаю выполнять, давай. Так, так. Подожди, а он уже все сбрил. Подожди, давай, еще. Давай, где твоя... Дава, где твоя бритва, скажи мне. Подожди. Он побрил ногу, блядь. Все, я сделал задание. Теперь ты. Покажи ногу. А можешь вытереть или водой что-нибудь сделать? Зачем? Не, ну что видно, да, может. Подожди, я принесу. Хорошо. Да, ну просто вытри. Он мне сейчас бритву несет, подожди. Ну, блядь, любой бритву дайте. Сейчас, подожди, я подправлю. Вот бритва, сейчас будем ногу брить. Сука. Давай. Есть чем это варить? Нет, ну сухую. Не, ну сухую, подожди. Водичка хотя бы. Дайте этот, как его? Давай водичку. Сюда, сейчас, подожди. Вот, она брызнула водой. Ну давай, пробуй. Так, подожди. Держи. Сейчас, подожди. Слушай, все, это много откуда? Блять. Подожди, покажи чуть-чуть вот так вот. Сейчас упадет. Сейчас будем брить ногу. Много мажешь, давай брей. Да, я остальное заберу. Бля. Пошла. Да, на что ты пошел ради тысячи? Ё-моё. Это за косарь рублей. Собирай волосы сюда. Все, да? Все. Да, молодец, ты выполнил задание. Я сбрил. У меня теперь побритая нога. Видно, молодец. Теперь ты побритый. Видно. А что дальше? Дальше будут задания или все, я уже косарь поднял? Все, ты косарь поднял. Все, братух, ты поднял косарь, а я не потерял косарь, понял? А теперь... Давайте еще на два косаря играем. Играем на три косаря. Базар пошли. Ладно, давай дальше пойдем. Давай. Дальше ходите играем. Конечно. Легко. А, сами посмотрите. Смотрите. Под некоторыми цифрами, тут у меня есть задание от подписчика. Вот давайте вы придумайте тоже не менее жесткое задание, если вот вы справитесь, да, если вы оба, то тогда мы еще косарь вам накидываем. Какое-то тоже задание, которое вы оба должны выполнить. Придумайте сами задание. Нет, давайте только мальчик. Давай только я. Хорошо, давай только ты придумай задание, которое должен выполнить и Давид, и ты, но жесткое. Да. Я не подумал новое задание. Хорошо, у нас есть задание. Давай. Ну? Смотри, берешь вот так вот машинку, да, и сбриваешь под ноль полностью вот сюда, по этот уровень приблизительно, вот так вот, полностью под ноль. Давай деньги, лучше отдать деньги. Нет, только выше, чем у тебя. Блядь, ты дал, нахуй ты делаешь, будешь брить? Ну, зачем так много? Спасибо, скажи, братан. Я как смурфик. Ну что, да, у них шапочки же белые. Я и поправлю. Зачем ты это сделал? Просто за кайф. Теперь ты Месси. Короче. Лионель Месси. Бороду еще. Дайте эту. Короче, не, подожди, это уже не счетово. Вот отсюда вот так вот, да? Ну, блин, у меня-то просто много волос. У меня тоже. У него тоже. Так, значит, ну что, делаем за косарь? Давай за косарь, а если вот так, то за десятку. Не, подожди, мы сейчас уже далеко пошел. Короче, либо я вот так вот сбиваю, и тебе косарь, и я не теряю косарь. Либо я, короче, тебе отдаю, правильно? Блядь, делать или нет? Давай я делаю, короче. Я убираю его. Я вот так вот машинка. Я уберу вот так вот, понял? И это должен я выполнить, чтобы тоже взять косарь. Правильно? И ты выполняешь, и я выполняю. Легко. Давай. Я уже давно мечтал постричься. Дайте этот, как его? Машинку неси обратно. Машинку неси. Неси машинку мне. Волосы. Закрывай дверь. Какие волосы? Вот здесь.
Или откажешься? Давай я сделаю. Аккуратно. Бля, ну это жестко, короче, я не знаю. Бля, короче, сейчас надо будет что делать. Да убери руки свои. Я аккуратно сделаю. Да уберись, блядь. Короче, сейчас что надо будет делать? Сейчас надо будет вот этой машинкой вот так вот провести. Нет, там сверху не надо, вот от уха. Оп, и пошел. А, вот так вот, да, сюда? А ухо, ухо, и пошел вверх. Ну вот так вот, понял, да? Да, только повыше, у тебя там коротко, я вижу. Не, у меня не коротко, бро, это вот. У меня просто быстро. Ну ты тоже делаешь. Да легко, вот, братан, машинка уже здесь. Давай, давай, сейчас ставим вместе делаем. Не-не, ты сказал сначала ты, а потом если я повторю, потому что... Кто эти конкурсы придумал? Он придумал этот! Ты начал с бритвы, ну вот держи. Пошла, родная. Ё-моё. А, ёханый бабай, брат. Пошла. Ё-моё! Покажи. Ужас, тебе придется теперь постричься. Еба. А стричься не получится, потому что карантин, дома сидим. А, да. Значит, девушку заведи, пусть пострижет тебя. Оля. Есть у меня девушка. Только она не стрижет, понял? Давай. Только деньги стрижет. Видно? Вот это под ноль, смотри. О, вот это хорош. Вот это хорош. Не, ну у меня там тоже нормально. Да, нормально, согласен. Дурацкие у нас приколы, я тебе скажу. Пипец. Ну что, еще есть конкурсы у тебя поприкольнее? Так, ну все, с тобой хватит, ты слишком жесткий. Так, теперь надо, чтобы ты карту свою скинул. У тебя есть... Сейчас, подожди, сейчас брат сделает скрин, тебе напишет, вы с ним связываетесь, и, короче, блядь, я весь в волосах. Хорошо, Дава, у меня еще к тебе есть вопросы и предложения. Ты можешь отметить нас в своем сторисе? Так, а я сторис же не делаю сейчас, бро, у меня же эфир. Не, в общем, я не за это, я в общем. А типа эфир, этот сторис сделать, что сказать? Просто отметить нас в сторис, что вот подписывайтесь на таких друзей из Украины. На 1000 рублей крутая интеграция. Напишешь, не боишься? Боится. Ну ладно, что он будет бояться, здоровый парень. Просто я, видишь, что сказать-то, типа, сказать, что просто подписывайтесь. Да, все. Это мои новые друзья. Это понял, это просто слишком жирно будет, потому что другие ребята тогда тоже будут просить. И если им отказывают, то тогда это будет некрасиво. Ну да, пусть просят, ты скажешь, мы такие друзья уже побрились, оба, короче, побрили ногу себе. Тебя эфир посмотрят, хватит этого уже. Я, короче, подумаю, давай так, я знаешь, как сделать, давай я подумаю. Я сейчас кусочек эфира просто выложу, если, ну, и тебя отмечу тогда. Хорошо. Да, хорошо. Спасибо. Все. Давайте, ребята, обнял тогда. Пока. А куда карточку скинуть? А вы ему... Нет, он в Афгане же все. А, все. Напиши ему прямо сейчас только. Чтобы потом 30 человек не писало. Так, идем дальше, ребят. Сейчас будут жесткие конкурсы, как вы понимаете, как вы видите. Сейчас будет вообще прям не до смеха. Это... Видит Бог. А что, там жестко? Я не хотел. Там жестко? Ну, не прям жестко. Кстати, очень довольно-таки гармонично получилось. Ребят, жестко там нет, я просто не вижу. Нормально или что? Посмотрите, да? Просто. Там прям дырка, да? Ну, напишите что-нибудь. Как вам прическа моя? Я похож на Месси? Ёптво. Короче, дальше заходим в эфир. Кто у нас там? Пообщайся. С кем? Передохни. Передохни. Ребят, мне нужен 2 секунды перерыв. Давайте напишите вообще, как вам эта дыра у меня в голове. Да хоть с фото я посмотрю. С фото я гляну. Это просто пипец. Это просто пипец. Мне Оля убьет дома. Все, держи. Вот так. Смотри. Ебать! Я не буду тебе AirPods дарить, если что. Ебать! Там дырка, реально дырка. Блядь. Цитлыску. Да я не... Это он придумал! Так, давайте, короче, идем дальше. Ненавижу вас.
Кто хочет в эфир? Давай. Вот в эфир кто хочет? Давай даму поищем теперь. Оля не одобрит этот факт, блядь. Так, ну что, подключаем еще какого-то чувака. А, это девочка. А ты уже побрилась, или что? Можно выше? Привет, привет. Тогда сейчас секунду. А что ты делаешь? Ты красишься или что? Привет. А привет. Мы с тобой уже были в эфире? Да, только на мне закончился эфир. Серьезно? А, вчера, когда ты вылетела, да, с эфира? Да. Ты видела, что мне сейчас сделали? У нас спор, короче, шел, я побрил себе голову. Видела? Видела, но я бриться не буду, если что. Ну смотри, короче, сейчас ты называешь цифру, кроме от 1 до 10. Кроме 13. И мы, смотри, я сразу показываю, то есть жесткие конкурсы. Конкурсы, вот, сама понимаешь, прям жесткач полнейший. Если ты, короче, выполняешь задание, ты получаешь 1000 на карту. Я, ну, ты можешь отказаться тогда. Вот. Называй сейчас цифру. Три. 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 Давай, три. Сейчас. О, я задание не знаю. Я вообще даже не придумал, я не в курсе. Это сейчас, как и ты, первый раз их вижу, слушай. Смотри, вы оба, ну, давай тебе объясню. Ты должна позвонить своему другу или подруге, да, который желательно не смотрит этот эфир, и... прям поругаться с ней, сказать, что она там плохая женщина, чмошница, и вообще ты больше с ней общаться не хочешь никогда в жизни. Прям вот, чтобы она тебе поверила. Ты должна вот так вот прям на громкий связь, конечно же. Так, что? Проблема в том, что телефон, с которого я сижу в прямом эфире, я ж не смогу с него позвонить. Да, это проблема, давай, наверное, да? Ты наверное, да. Не подумал. Давай другую цифру. Семь. Давай семь. Семь, говори номер семь. Сейчас он скажет, да. Хорошо, итак, цифра 7. Ты должна открыть окно и на всю улицу спеть песню «Коронавирус, корона, уходи с нашего района». Да, это жестко. Почему? То есть побрить голову не жестко, а просто спеть? Не, меня просто пугает то, что я просто не умею петь и голоса нету. А так я могу спеть. Милая моя, на моем фоне ты уже прекрасно поешь, поверь мне. Ты слышала, как я сейчас только что пел? Ну, ребят, ну что, за косарь делаем? Делать? Ты делаешь или нет? Я могу, делаешь, да. Делаешь или нет? А что? Ну, точно делаешь. Я могу, да, не отрыв. Ну, да. Так, сейчас комментарии быстро, ребят, пишем, делать это мне или отказаться лучше. Делаем или не, или сзади не сдаем и пофигу, и поем. Да, 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 пишут, да. Ну все, короче, делаем. Пишут, что что-то... Так, все, короче, делаем. Иди так, тоже к окну. Окно. Так, ну со светом будет плохо. Пойдем, Гоша, пойдем. Пойдем, пойдем. Свет от второго айфона. Сейчас, секунду, я возьму. Все, идем, идем сейчас. Сейчас, секунду. Нет, вот открыто, короче, окно. Что, я первый тогда делаю, да? Делаю? Подожди, подожди. У нас холодно. Делаю или нет? Давай. Коронавирус, да, корона, делай. Уходи с нашего района. Коронавирус, корона, уходи с нашего района. Есть. Что, что там было? Я не знаю. Та-ла-ли-ди-дин, ти-ли-ди-дан, чили-ди-ли-дин, чили-ди-дан. Коронавирус, корона, уходи с нашего района. Мы тебе здесь не рады. Все, сделал. Теперь твоя очередь. Так, чтоб точно так же на максималке было. С голосом очень туго. Да, ничего если страшного, все. Я тоже видишь, с акцентом исполнил. Слова, если что, будете подсказывать, да? Да, давай вот теперь ты. На улицу, на правду. Давай, давай, много. Выходи, выходи. Давай, давай, твоя очередь. Я боюсь. А то... Только надо прям громко, чтоб все услышали. Громко. Так, а какие слова? Коронавирус, коронавирус, корона, уходи с нашего района. Вот так. Коронавирус, корона, уходи с нашего района. Громче. Еще? Громче. Я да. Был, реально. Давай. Да. Давай, давай. Коронавирус, корона, уходи с нашего района. Я же закидала.
Ладно, засчитываем, засчитываем, все. Умница. Умница, молодец, молодец. Видишь, переступила. Так, сейчас, короче, брат с тобой связывается, и ты выигрываешь косарик. Тысяча рублей летит тебе на карту. Не, мне не нужно. Нет, деньги не нужны. Деньги не нужны. Я просто повеселилась с вами. Деньги не нужны. Я просто повеселилась с вами, ребята. А, ты просто за кайф? Блин, ты вообще такая. Да, конечно, за хорошее настроение. Вообще прям. Вы молодцы. Умничка, умничка. Вот видишь, какие у меня подписчики хорошие. Привет из Киева. Привет из Киева. Ой, все. Тоже Украина. Пока, Маша. Тебе хорошо. Тоже привет. Все, спасибо тебе большое. Пока-пока. Спасибо вам, пока. Пока. Так. Ну, как тебе игра? Слушай, ну, нормальная такая игра, понял? Ребят, чтобы вы понимали, я не знаю заданий. Вот этот человек придумал коварные задания, которые я не знаю. Сейчас я буду продолжать. Мы вызываем дальше, кто хочет в эфир. Прямо сейчас пишите. Залетайте в эфир, называйте цифру, он зачитывает задание под этой цифрой, и мы с вами, короче, делаем это задание. Чтобы вы понимали, вот, вот такое задание у меня было только что. Как вам? Нормально? Нормальные такие, да, задания? Так, подключаем. Подключаем следующего, чтобы вы так чисто понимали, как бы задание, уровень заданий, да? Привет. Опа-на, привет. Привет. Тебя как зовут? Маша. Маша, как настроение, Маша? Привет. Как настроение? Это кто, подружка? Нижний Новгород здесь. Бор. О, Нижний, привет вам с Москвы. Привет. Слушай, это как подруг зовут? Оксана, а ты Маша, правильно? Да. Так, Маша, Оксана, готовы играть? Готовы. Коротко рассказываю правила, что сейчас происходит. Вот этот человек придумал очень коварные задания. Чё? 14. Да, уже знает. 14. Сейчас он посмотрит. Номер 14 сейчас говорит задание. Ну, кстати говоря, это еще относительно класс. Нормально. Вы должны облизать свой локоть. Подожди, давай так. Она облизывает мой локоть. А я твой не буду. А я свой облизываю. Пара на пару. Нет, давай, давай. Я не буду. А вам кажется, что это просто. Давайте как мы сначала начнем. Вы попробуйте. А слабо? Смотри, а слабо ее локоть облизает? Нет. Нет, в смысле нет или нет, или в смысле не слабо? Не слабо? Нет. Ну давай. Давай сначала свой, если не получится, то ее. Нет, давай ее лучше потом. Давай. Давай. А теперь вы... А ты ее! А ты ее! Да. А теперь вы... А вот давай, как свой локоть облизать? А никак, вот именно. А свой никак не облизать. Давай его, давай его. Я не дотягиваю. Что за задание такое? Это я тебе хотел деньги сохранить просто одним из заданий. Это получается... Это невозможно, в принципе. Это невозможно. Ну, получается, я касательно передаю. Ну, теперь да, ты новое задание придумаешь. Чё, блядь? Давайте Гошу лежит. Я не буду отдать локоть, я уже сам бабки скину. Гош, давай. Нет. Смотри, чтобы я сохранил косарь, чтобы я сейчас не от... Ну, чтобы свое сохранил. Ты мне лежишь. А я тебе отдаю. А нет. За косарь оближешь? Нет. Давай, ладно, за два. Нет. Дружба, да? Давай за косарь оближешь. Дружба крепкая. Это игра, я придумал, чтобы тебе плохо было, а не мне. Я не буду лизать локти. Ладно, он отказывается. Короче, я не смогу это сделать, потому что я не дотягиваюсь. А мы знали об этом. Мы знали об этом. Вот умная, я-то глупый не знаю. Так, тогда получается, смотри. Сейчас, видите, у тебя есть, да, страница? Сейчас вам брат мой напишет, короче. Вы ему надо, чтобы вы карту закинули, окей? Да, без проблем. Как вам эфир? Нормально все?
Мы с вчерашнего дня смотрим, не выходим. Кайф, кайф, брат. Спасибо вам. Всего хорошего. Не болейте, ладно? Все, пока-пока. Спасибо. Так. Кто у нас хочет в эфир? А я не знаю, мальчик или девочка. Тут ники не совсем понятны. Подожди, давай сейчас, если девочка это возьмет, подожди. Давай, давай мальчика. Да, посмотрим. Пацаны есть? Пацаны сейчас, пацан нужен в эфир. Я хочу в эфир. Ну вот, Виталик какой-то. Виталик, ну давай, только не это. 24. Не подведи, давай. Пацаны, хотели пацаны в эфир? Давайте, пацаны. О, здорово! Здорово, здорово. Виталик. Ты Виталик, да? Да. Как настроение, Виталик? Честно, страшно. Страшно тебе? Да. Страшно в смысле вообще ситуации или сейчас именно? Вообще. Я не ожидал. Ты нервничаешь, в смысле? Да, просто. Да. Смотри, ну конкурсы жесткие, чтобы ты понимал, как бы вот мне уже выбрили голову, вот здесь вот так. И ногу. А, и ногу побрили. Вот, видишь, здесь теперь гладко. Короче, что мы сейчас с тобой делаем, Виталик? Вот этот мой друг придумал конкурсы, точнее задания, под каждой цифрой от 1 до скольки? 20. От 1 до 20. Ты называешь любую цифру, ну кроме номер 13 и номер 14, да? И 7 еще. И 7. Не 13, не 14, не 7. От 1 до 20. И он называет это задание. Если ты делаешь, то я косарь тебе отправляю на карту. Если я отказываюсь, то тогда я тебе от задания, то я тебе плачу 2000. Договор? Ну, у меня карты нету. Ну, там, не знаю, у твоей мамы же, может, есть себе у папы. Нет, вообще. Вообще ни у кого? Вообще ни у кого? Нет. Ну, может, на телефон просто закинуть. Просто на баланс. Ну, хорошо. Только я с Украины. Ну, что-нибудь придумаем. На телефон-то можно закинуть, я думаю, да? Что-нибудь придумаем. Ну, короче, придумаем что-нибудь. Так, давай, называй от 1 до 20. 17. Сам читай. Это, короче, 17. Задание подписчика. Ты должен задание придумать. Да. Можешь придумать какое-нибудь жесткое задание? Ну, в принципе. Ну, давай, вот сейчас, если прям жесткое задание придумываешь, то мы это делаем. Не знаю. Ну, что-нибудь, я не знаю, может... Давай номер 18 возьмем. Хорошо. Давай, что 18? Ну, она тоже такая жесткая. Смотрите, вы должны взять тарелку, поставить себе на голову, а сверху на нее стакан с водой. Или вот такой вот... Вот у тебя есть этот... Как называется? Бутылка с водой есть у тебя дома? Да. Бутылку, отлично. Кладешь тарелку, кладешь... бутылку с водой, и вы должны продержаться 30 секунд. Сможешь сделать? Так, давайте. Сможешь сделать, бро? Легко же. Ну, нет. Ну, сейчас. Ну, что ты какой-то неактивный. Не переживай. Да не сыр. Да, не обязательно. Давай, возьми бутылку, а смотри, вот видишь, мы налили... Смотри, давай не бутылку, давай вот типа а-ля вот такую вот стаканчик, понял? Вот. Вот так вот. У меня здесь вода, вот, смотри, чуть-чуть вот так вот. Хорошо, сейчас. Вот, видишь, вода тут полная. Угу. И мы сейчас, короче, что делаем? Вот так вот, давай. Давай, засекай. Есть 30 секунд, пока я сделаю? Кто-нибудь? А в принципе, должно быть полный стакан. Слушай, а если оно упадет сейчас? Давай я сначала поставлю. Давай ты поставишь, но оно упадет. Оно пиздец упадет. Держать нельзя? Ну, сейчас попробуем. Держать. Вообще нет. Тихо. Есть! Секундомер, блядь. Подожди, Пат. По команде, короче. Во! Убирай руки. Ой. 30 секунд пошло. 30 секунд идет, сука, не двигайся. Не упади. Блядь. Сука. 15 секунд. Охренеть, реально получилось. 5 секунд. Ну, забирайте. Нет, посиди. Посидеть? Да нормально же получается. Ну, дождемся друг друга. Его не видно. Бро, а у тебя не видно?
Ну, сейчас. Ну, я, ну, потом. Давайте, заново. Смотри. Возьмите у меня кто-нибудь, подожди. Ребят, возьмите, пожалуйста. Да ладно, что-то я понимаю. Возьмите это с головы. Да нормально. Возьмите, с головы сейчас упадет. С головы возьмите. Блин, сейчас мне позвонили просто, да, вот срочный разговор. Ах ты тварь. Ах ты тварь. Минута. Минута. С головы возьмите тоже больше, чем надо. Нет, нет, нет. Сука, ненавижу вас. Сейчас телефон упадет, телефон упадет, телефон упадет. Эти твари не берут. Я могу сам как бы забрать, если надо. Сука, нет. Да ладно, что ты нормально все. Твари. Это не друзья, это твари. Короче, все, я... Короче, ладно. Красава, сегодня все. Ты мокреньким не я будешь. Я даже больше, чем 30 секунд держал. Ну все, засекай, ну там... Бро, смотри, таймер. Поставь камеру так, чтобы ну, вот. Видно было. Ты не рукой держи, а просто поставь, понял? О, держи, все. Все смотрим. Засекли время? Да, 7, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. 13. А можешь песню твою спеть? 12. А можешь песню мою спеть? Давай, танцуй как пчела. Танцуй как пчела. Спой. Танцуй как пчела. Танцуй как пчела. Танцуй как пчела. Все, красава. Справился с заданием. Забирай. Все. Красавчик. Короче, тебе сейчас мой брат пишет в директ со своего аккаунта, и тебе надо будет ему договориться. Ответить, да. Он уже, вы там уже с ним договорить, а? В смысле, почему? Ну, висит девочка с первого эфира, только ее мальчик держит, который помнит. А все остальные не висят. Так, а ну смотри, вторая девочка... Бро, ты можешь ему написать на ему в директ? А я не знаю его инсту. Я тебе сейчас дам его инсту. Вот, можешь скрин сделай сейчас, ладно? Я тебе сейчас даю его инсту. Вот. Вот его инста. Вардгес. Багдасарян. Видно? Нет. Размыто. Ну, давай в комментариях напишу, видишь? Угу. Подписчики пусть напишут, что они по-моему знают. Кто не напишет? Вардгес. Багдасарян. А давай закрепим это сообщение. Все. Я тебе вот сейчас написал в комментариях, прямо сейчас посмотри. Сохраняй и этот делай, как его называется. Напиши ему, договоритесь, куда он тебе отправит 1000 рублей, окей? Угу, хорошо. Давай. Да, давай закрепим сообщение. Все равно постоянно, ну, всем же в адрес. Не надо. Да, не надо. Так, ребят, все. Бро, спасибо тебе большое за эфир. Мы сейчас подключаем следующего. Спасибо тебе большое. Хорошо. Так, ребятки, сейчас перед тем, как подключиться еще с одним подписчиком, давайте прямо сейчас сделаем небольшой розыгрыш. Кто напишет самый смешной креативный комментарий, тот комментарий я закрепляю. Прямо сейчас, у вас одна минута. Давайте быстренько накидываем комментарии смешные. Вот можете про мою прическу что-нибудь сделать? Но только не вот эта лысая башка, да, и пирожка, а что-нибудь такое. Быстро сейчас пишем. Давайте, быстро. Ребятки, я вас очень люблю. Так, читаем комментарии. Комментарии быстро. Так, пользуюсь моментом, завтра говорю в 11 утра, ребят, будет очень-очень важный для меня выпуск на Ютубе. Не пропустите, поставьте обязательно. Колокольчик, ребят, на Ютубе выйдет очень сильное видео, очень важно его посмотреть в 11 утра. Смотрите, что произошло со мной. Это у нас такие сейчас конкурсы идут. Прикиньте, это просто пипец. Чтобы вы понимали просто, насколько это жестко. Видно там, да, за лысину? Жестко? Ты похож на петуха. Я думаю, что, скорее всего, на Месси похож, нет? Или на петуха? Ну, тогда я за Реал Мадрид, поэтому для меня это одно и то же. Мороженка.
Мороженка, я мороженка. Пломбир. Слушайте, у меня к вам предложение. Как вы думаете, 4 апреля, если я не успеваю скинуть до 85 килограмм, а я уже, скорее всего, не успеваю, потому что ни один тренажерный зал не работает, мне придется стричься на лысо. Может быть, пострижемся в прямом эфире? Каждый подписчик будет выходить со мной на связь сюда, в прямой эфир, и будет говорить, какую часть побрить, а я буду исполнять его, как думаете, вот так вот. Он говорит, вот здесь побрею, я вот здесь побрею. Со следующим созваниваюсь, он говорит, где брить, я его выбриваю. Как вам такая? Идеечка. Так, подключаем кого-нибудь. Пацана берем или девочку? Давай уже теперь девочку попробуем. Давай сейчас девочку, а потом пацана. Все, сейчас берем девочку, а потом пацана. Все, пошло, пошло, пошло. Отклонила девочка, молодец. Кинула запрос и отклонила. Прям огонь. Люблю таких. Идет мне борода вообще, нет? Привет! Привет! Как дела? Хорошо. Как тебя зовут? Меня Вика зовут. Ты из какого города, Вика? Питера, но вообще из Алматы, из Казахстана. А парень у тебя есть, Вика? Вик, мне идет борода? Да. Нормально? Да. Ты видела, что сегодня творилось в эфире? Да. Но я тебя сразу предупреждаю, что конкурсы будут жесткие, поэтому, Вика, готовься, что все серьезно, вот как бы последствия конкурса одного. Мне сбрили голову. Сейчас, короче, что происходит? Значит, мы с тобой играем в игру. Вот этот человек придумал жесткие конкурсы, которых я не знаю. Ты называешь одну цифру, короче, от 1 до 20, загадываешь ее, он озвучивает задание, которое выпадает. И у тебя есть шанс, либо ты отказываешься, либо ты делаешь. Если ты делаешь, то я отправляю 1000 рублей тебе на карту, также могу я отказаться, если жесткое задание, тогда отправляю тебе 2000. Ага, окей. Договорились? Да. Так, выбирай цифру. Называй цифру сейчас. 15. Смотри, ты девушка, у тебя же по-любому дома есть печенье? Да. Итак, а есть юбилейное прям? Юбилейное? Да. Нет. Ладно, давай неси, что есть. А мы сейчас несем Давиду реквизит. Печенье? Да. Что там будет? Уже страшно. Что? Я же не дети. Ой! Я прям боюсь. А я поэтому взял не шоколадную. Это не реклама, если тебе просто. От печеньки... Нет, печеньки вроде нет, но есть круассан. Один? Один. А, нет, есть печенька, есть. Давай, давай, давай. Сейчас вы будете есть. Все, нашла. Давай. Вот такое. Не, ну одно оно у тебя? Не, ну есть несколько. Сколько надо? Ну покажи, сколько да, есть. Покажи, сколько есть, да. Покажи все. Вот! Нормально, целая пачка. Так, что нам делать, говори? Короче, суть была в том, что... Кто быстрее съест 5 штук. Нет, пачку давай. Ну, так... А, да, ты пачку, ну, она 5 штук, потому что у нее живет сложнее эти-то легкие. А эти легкие? Да, но ты только что говорил, что тебе надо будет потом бриться на лысо, тебе 85 килограмм еще. Запивать нельзя. Но все равно надо нормально себя оформить уже. Так, и запивать нельзя, короче. Да, 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 прям на сухую. Давай, сколько можно сколько съесть? Штук? Так, тебе у тебя сколько штук? Они у тебя овсяные? Овсяные, но это же тяжелее. Так, подожди, у тебя сколько штук их? Много. Сколько, считай, показывай нам. Ну, блин, ну штук 10 точно есть. Штук 10? Тогда давай я 10 штук, и ты 10 штук. Но тогда время ограничено. Ну, только покажи нам, что у тебя их 10. Сейчас. Вот, я достаю. Ну, короче, вот все, что у меня с рук вместе. Тут их 10 как раз в пачке. 3, 6. Шесть. Ну, 6, значит, тогда. Ну, все, давай. 6. А запивать нельзя. Запивать нельзя. Прям сейчас, короче, на скорость, да? Да, я думаю, сколько дадим им? 2 минуты? Нет, кто быстрее. А кто быстрее? Короче, кто быстрее? Я съедаю, значит, тебе 1000 рублей не отправляем. Если ты, короче, съедаешь быстрее, тогда отправляем. Готово? А, давай смотри. У меня здесь сидит рядом. На скорость готово? Если...
если, короче, ты съедаешь, если ты съедаешь быстрее меня, то ты так, я тебе отправляю 1000. Две, ладно, 2000. Дава, у меня здесь рядом сидит друг, который готов съесть быстрее тебя. Нет, не катит такое, не канает. Давай. Посмотрите, она маленькая. Я маленькая, худенькая. Но ем, я один раз в день ем. Я не съем. Ну вот и супер, 6 штук всего лишь печенюшек. Ты справишься, я уверен. Я смогу максимум 2, наверное, съесть. Да давай, нет, ну не ты сможешь, будет, ты по-любому давай, сможешь. Давай, давай. Ты что вы издеваетесь, а? Да нормально, ты если захочешь, ты сможешь. Короче, а давай. Вон, все требуют. Что, готово? Боже мой, короче, я попробую. Давай, давай, на скорость, ты быстрее съешь или я? Ладно, давай. Давай, давай. 3. Готовься. Подожди, на какой счет? 3-2-1. Только останавливаться нельзя, ты прям до конца топи. Хорошо? Давай, ты должна победить. 3-2-1. Погнали! Мам, у меня зуб вырвали. Я не могу жевать, у тебя пора. А мне пломбу делали. А у меня пустота, там дырка. Ребят, вы не у стоматолога, я просто напомню. Еще 5. Давай, давай, милая, давай, 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 полностью запихивай. Давай. Сколько у тебя еще? Это первый у него, по-моему. У меня 4 осталось. Давай, мы наравне идем. Помни, помни. Пить хочется, наверное, да, ребят? Надо всю целую закидывать. Не обязательно, но надо быстрее съесть, чем другой. Подожди. У меня подожди ты. А? Подожди. Подожди. Это ты уж кофе. Надо еще петь песню «Малая». Малая. Твои глаза, как кислород. Давай, пой. Давай, давай. Давай! Сколько она выпила? Я не знаю, я не смотрю. Не считаю. Давай быстрее, мы наравне идем. Малая, твои глаза, как кислород. Да. Не слыши! Давай, заказывай песню, я буду петь. Какую? По ресторанам. По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам. Ищу тебя. Тебя найду и потеряю. Тебя найду и потеряю. По ресторанам. Какую еще? Мало половин. Да, надеюсь, ты слова знаешь, иначе тут вообще будет провал. Мало половин, мало половин. Он открывает мир других мужчин. Две у меня осталось. Ты успеваешь? Мало половин. Какую еще песню заказываем? Максим, знаешь ли ты? О, сейчас Максим поел, да? Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог, слабосиком, не жалея, но все займо теперь. В твоих руках не потеряй его, и не сломай, что ты вести, вдоль ночных дорог. Я шайло, ты вбив руки в кровь, ноги в кровь. Одна. Я не успевал. Давай, давай, ускоряйся. Получается впереди меня. Ты меня просто отвлекаешь, песнями. Ну ты сам попросил. Давай, заказывай следующую песню. Гимн России, пой. Россия священная наша держава.
Россия, светлимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Ты доела? Слава! Отечество. Так, последняя осталась. Так я уже съела. Уже съела? Ну, ты сам доедай. Не надо доесть. Ну, ты, получается, впереди меня, да? Давай, последнюю песню на закат. Так. Угу. Давай что-нибудь из круга. Владимирский централ, это все. Ветер северный. Этапом из двери, желание медленно лежит на сердце. Тяжкий груз. Владимирский централ, ветер северный. Этапом из двери, желание медленно лежит на сердце. Тяжкий груз. Считается? Все. Считается. Сделали. Ну ты выиграла. Ну так нечестно было. Ты отвлекала меня. Но ты все равно молодец. Мы тебя поздравляем. Ты выиграла. Ты знаешь инстаграм моего брата? Мы с ним переписывались вроде бы, нет? Так не говори. Ты так не говори. У него девушка есть. Нет, не с ним. С кем-то из твоих друзей. Я не знаю, кто там с тобой рядом сидит, с кем-то из твоих друзей вроде. Ну, вряд ли со мной. Он? Нет, не с ним. Он? Вот, с ним. Этот? А, шалопай, я тебе говорю. Ну вот, напиши ему. Подожди, я не переписывался с тобой, у меня нет твоего инстаграма. У меня нет твоего инстаграма. А ты открой со мной переписку. Все, спалили, пацана. Если девушка твоя смотрит эфир, тебе вот так. Это было давно. Это было давно. Спасибо. Напиши еще раз. Она сейчас чисто сгладила. Короче, мы сейчас... Нет, важно сейчас. Ты можешь ему написать сейчас, чтобы он тебе отправил деньги, окей? Я не помню его инст. Так, сейчас. Вардгес. Я сейчас в комментариях пишу его инстаграм, а тебе нужно его запомнить. Блять, я в багаж зашел, стакан у меня пустой, я сон налил, а потом протолился. Так, вот, я написал его инстаграм в комментариях, посмотри срочненько, скопирую, ладно, или, ну, это сделай, скрин. Сделала? Ой, да. Ну, ты молодец, короче. Ты большая молодец, мы тебя поздравляем, тебе понравилось? Нет. Почему нет? Тогда напиши мне. Это был тогда мой ужин. Нужно печеньки просто вкусные подобрать. Угу. Все, спасибо вам большое. Все, спасибо тебе большое. Пиши ему, он тебе отправляет деньги. Все, пока-пока. Так. Бро, подойди сюда. Ну иди сюда. Нет, я с тобой не разговариваю. Почему? Потому что он голубой. Мне идет борода, ребят? Так, ладно, давайте еще одного. Кто хочет в эфир, быстро пишите. Я хочу в эфир. Ребят, пользуюсь моментом, прям отсылайте этот прямой эфир. Вот есть такая стрелочка есть. Всем своим друзьям пусть тоже присоединяются и участвуют. Прям смело-смело давайте. Отправляйте эфир, пусть к нам залетают. Давайте. Так, кто там хочет? Сейчас пацан идет. Давай, сейчас выбираем пацана. Давай. Джонни Сахарок, ну давай, Сахарок, Джонни Сахарок, сейчас посмотрим, что за Джонни Сахарок. Давай, подключайся. Здорово. О, здорово. Тебя как зовут? Рома. Так, Ром, лучше сядь в одном месте, чтобы ты не зависал, ладно? Давай. Это он имеет в виду, чтобы ты дома сидел, пока коронавирус. Все, с какого города, Рома? Славянск на Кубани, Краснодарский край. О, красава. Хорошо, у вас сейчас тепло, да, у вас? Тепло, да. Только коронавирус мешает. Ну, это базар ноль, это сейчас везде. Слушай, я тебе сразу говорю, у нас сегодня конкурсы жесткие, смотри, что со мной сделали.
Да, я ж видел, я в эфир смотрю. Да, как бы конкурсы жесткие. Прикол в том, что я, короче, я заданий не знаю. Рядом сидит мой друг, который меня очень любит. Подготовил он конкурсы. Короче, что делаем? Ты называешь цифру от 1 до 20. Ну, кроме вот этих там, кроме 14. Ну, я скажу, он тебе сейчас скажет, какие цифры называть нельзя. И тебе выпадает задание. Выпадает задание, у тебя есть возможность, либо ты отказываешься, либо ты делаешь. Если ты делаешь задание, тогда 1000 рублей я отправляю тебя на карту. Также я, в свою очередь, тоже делаю это задание. И если я его отказываюсь делать, тогда я тебе тоже 2000 тогда отправляю. Давай, согласен. Согласен? Давай цифру, бро. Так, цифру называй. 20. 20? 20. Что там? Скажи, на вокал ходил когда-нибудь? Нет. Вам, вы должны оба вместе, дуэтом, акапельно спеть какую-нибудь песню, которую вы оба выберете. Ну, ты выберешь. Давай, я готов. Только тебя должно быть прям слышно. Тебя должно быть слышно, да. А песню какую? Какую выберешь ты или я? Какую можешь спеть? Ну, чтобы вы оба ее знали. Можно открыть слова, если что. А ты какую будешь петь? Бро, а ты должен выбрать. Мне вообще по барабану, я любую могу с тобой ее бахнуть. Давай бастами или что? Смотри, бро, я тебе сразу скажу, сейчас никто не оценивает твои вокальные данные, то есть ты просто какой кайфуешь, которую можешь спеть, то есть просто вот как кайф. Какую? Ну, басту, давай медлячок. Басту? Вот с бастой, конечно, тяжело. Ну, давай. Так, давай текст открывать сейчас. Медлячоков, да, чтобы ты заплакал, так, да? Баста, медлячок. А есть минус? Баста. Да, да. Есть? Да, сейчас, давай пару секунд. Нет, это сансара. Я выпал. Так, сейчас ищем. Медлячок, сейчас я открываю. Сейчас, подожди, я тоже. И у себя в контакте. Да, проще всего. А, ну все, я открыл. Медлячок, чтобы ты заплакала. Так. Смотри, сейчас никто не будет оценивать, поэтому кайф так и делай, хорошо? Есть ли это? Давай. Так, я слова открыл. Я тоже. Ну, у ВК новый интерфейс, я не помню, думаю. Интерфейс новый. Так. Медлячок. Чтобы ты заплакала. Баста, минус. Пусть звучат они все одинаково. Банально. Так, ты первый куплет, я второй, да? Или я первый, ты не, второй? Не, понял. Вместе. Давай. Давайте первый припев, первый куплет и припев. Музон, давай. Сейчас. Нет, вот это, наверное. Держи. Готов? Я херачу вдвоем. Давай, готов, пьёшь. Медлячок, чтобы ты, заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл успех. И пусть звучат они все одинаково, и как сумел на гитаре сыграл успех. Ребята, это пахнет цветом. Давай еще раз, подожди, давай попробуем, да, еще разок. Надо сейчас сыграться, понял, чисто вдвоем, чтобы в унисон петь. Давай еще раз. Я тебе, короче, говорю, раз, два, три, зачем? Медлячок, чтобы ты заплакала. Пошла, простите, сейчас пошла. Сейчас представь, что Баста рядом сидит. Пошла. Как будто он на гитаре играет. Раз, два, три, четыре. Медлячок, нет. Чтобы ты заплакала. Ты заплакала. И пусть звучат он все одинаково. И пусть банально и не талантливо. Ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. И как сумел на гитаре сыграл и спел. Считала, да? Аж сушняк какой-то. Ты просто
просто красава, я тебя отбиваю. Красава когда вообще. Когда фит, ребята? Че, когда фит делаем? Да вообще. Короче, бро, ты красавчик, я тебя поздравляю, мы тебе отправляем две бабки на деньги. Ты вот, повторяю, брата страницу знаешь? Нет. Не знаешь, да? Смотри, я сейчас, если в комментарии... Ты можешь написать в комментарии свой этот, ну, страницу свою? Да, ты сейчас я напишу. Давай я, да, давай, ты напиши. Как оно у тебя идет? Как страница называется твоя? Джонни Сахарок. А, Джонни, Джонни точка Сахарок, да? Да, да, да. Подожди, я сейчас у себя найду. Так, секунду. Джонни Сахарок. Джонни. Джонни точка Сахарок. Да, у меня певец Джонни открывается. Во-первых, у тебя, конечно, очень брутальный ник, братан. Ну, Сахарок, Сахарок. Сахар. А сахар через что пишется? А, Роман, вот это, да? Шкарупа, да, Роман? Да, да, да. Все, бро. Короче, он тебе сейчас напишет в директ. Вы там с ним уже связываетесь, ты ему говоришь карту, на какую отправлять, окей? Хорошо. Все, братух, от души. Обнял. Все, давай, давай, удачи. Красава, давай. Спасибо тебе большое за эфир. Так, че, кто еще хочет эфир? Сейчас девочка будет. Так, хочу, 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 хочу. Кто хочет в эфир? Давай, ну, наугад. Подожди. Вот это? Только не вот это. Так. Сейчас пытаемся подключить. Девочка-веган. Девочка-веган. Ты же девочка-веган. Ты же девочка-веган. Привет. Здорово. А где ты? Подожди. Что-то тебя не вижу. Подожди. Сейчас, погоди. Короче, смотри, что. Сейчас, короче, смотри, что произойдет. У тебя, скорее всего, зайди посмотри. У тебя, скорее всего, сейчас вылетит эфир, потому что это какой-то глюк у меня с Инстаграмом. Бывает, когда вот я тебя, если не вижу, то значит через какое-то время. Если можешь, напиши просто в чат, хочу в эфир, и я тебя переподключу. Ладно, тебя не видно. А меня не видно, потому что у меня свет нет. Не, не, в том нет, плане, что ты у нас не отобразилась. Я тебя не вижу, я тебя не вижу. А, поняла. А чат это где? Чат это чат вот. Это... Видишь, там здравствуйте, ну, там пишут люди. А, да, вижу, я попробую да. Тебя. Если ты не напишешь, тогда, блин. Ну, это сейчас по-любому тебя выкинет. Это уже прям пройденный вчера этап. Мы уже знаем, что так будет. Вот, все вылетело. Все вылетело? Да. А ник-то ее не так, запомнил? Так, ну, я-то ее ник не запомнил, да. Ну, ладно. Короче, что сейчас делаем? Сейчас выбираем. Да, вот так вот. Давай вот это. Ну, вот. Давай. Вера Яковлева. Яковлева. Так, ну что, Вера Яковлева. Вера Яковлева, тебе, скорее всего, давай, на ходу 30 лет, да? А, не, 0-0. Значит, тебе 20. Давай. Вера, привет. Привет. Как дела? Хорошо. Сколько... Ой, какая милая. Сколько тебе лет? Мне 20. Ну, я же сказал. О, круто. Ты с какого города? Я с Оренбургской области, из города Гая. О, ничего себе. Да. Круто, круто. Ты видела, какие у нас жесткие конкурсы? Смотри, что сделали мне. Да, я видела. Мне голову выбрили. Вот. Это пипец просто. Я, короче, не знаю, как домой приду. Так, смотри. Короче, что мы сейчас с тобой делаем? Мой друг заготовил конкурсы. Нужно будет выбрать цифру от 1 до 20. Он тебе озвучивает задание, на которое ты попала. И нужно будет его выполнить. Если ты его выполняешь, то получаешь 1000 рублей на карту. А если я его выполняю, то... Если я отказываюсь сделать, то тогда отправляю тебе еще 1000 рублей. Угу. Готово? Да, давайте 5. 5 косарей? 5 косарей или что? Ага, цифра 5. Скажи мне, моя хорошая, а вот ты запасливая, ты гречку на дом купила? Нет. У тебя есть дома гречка хоть чуть-чуть? Да. Сырая. Да. Отлично. Да. Вообще, вот банальнейше просто. Вам надо просто съесть ложку гречки, только сырой гречки. Столовую прям. Столовую гречку. Столовую ложку гречки.
А это готов? Нормально? Вот этого не будет? Ну, вот и выясним. А это вообще можно так есть? Да. А не сдохнут? А как ты ее съешь-то? Проглотил просто и все. Как ее проглотил-то просто? А запивать...